Экзамен для меня, как для директора, это очень хороший способ показать самому себе и своим учителям, что я еще что-то могу. Экзамен для меня, как для учителя, это очень хороший способ показать своим ученикам, что их учитель тоже чего-то может. Экзамен – это, наверное, если мы говорим про учительский ЕГЭ, то прохождение ЕГЭ для учителя – это хороший способ обеспечить себе моральное право что-то требовать от своих учеников. А ЕГЭ для директора – это тот же самый инструмент обеспечения морального права требовать чего-то от своих учителей. Я сдавал ЕГЭ по тем предметам, которые преподаю. Это история и обществознание. По истории я набрал 91 балл, по обществознанию 96. Честно говоря, особой подготовки к экзамену не было, потому что ЕГЭ – это всего лишь форма проверки тех знаний, которые у тебя и без того уже есть. А помогло мне, наверное, достичь таких высоких результатов на экзамене преподавание в моем любимом 11 А. Лайфхак для выпускников сформулировали еще братья Стругацкие. Читайте, там все написано. Верить в цель, верить в себя и не замечать препятствий. Я бы пожелал всем выпускникам, которым предстоит сдавать ЕГЭ, помнить о том, что экзамен – это не конец, а лишь только начало пути. Экзаменационный бланк – это тот самый чистый лист, на котором каждый из вас сможет написать книгу своей жизни.